And now, introducing our next fight of the evening. Ladies and gentlemen, he's coming from Germany. Please make some noise for Dennis Vossack. А тем временем рингоносер вызывает следующую пару бойцов. Да, представитель Германии первым появится, это Деннис Восер. Деннис Восер, насколько я знаю, русскоговорящий, и, по-моему, у него казахстанский спорт, равно как и у Владимира Долга. And now, introducing his opponent into the black corner. Ladies and gentlemen, he is coming from Russia. Please, make some noise for Саид Магомедов! Саид Магомедов – это спортсмен, которого мы все прекрасно знаем. Он представляет славный город Саратов. Прозвище интересное у него – Дантист. Он – базовый кюкушиновец. Действующий чемпион России по К1. Выиграл турнир в Грозном. Победитель первенства мира по К1 по версии ВАКа. Победитель первенства России. Обладатель Кубка России по кикбоксингу в Лоу-Кике. Height 1.8 meters, weighing 65 kilograms, having a personal record of 36 wins, 14 by knockout, and 4 losses. He's fighting for Germany, ladies and gentlemen, make some noise for Dennis Vossack! And now presenting the black quarter. Height 1.72 meters, weighing 65 kilograms, having a personal record of 4 wins, 2 by knockout, 0 losses, specializing karate kyokushin. Champion, ladies and gentlemen, of karate in Russia, please make some noise for Саид Магомедов! У Дениса Восика рекорд солидный, 36-4. У Саида Магомедова, согласно этим данным, 4-0, но мне кажется, у него побольше боев. Ну и плюс, наверное, нужно учитывать бои, проведенные по кюкушину. Да, это другая дисциплина, другой вид спорта, но кюкушин единоборство очень жесткое, не позволяющее никаких компромиссов, не терпящее. Поэтому у Саида, конечно же, рекорд тоже внушительный. Сразу же начинает поддавливать Деннис Восек. С колена входит справа Саид. И джебом получает вниз. Левый боковой бомбичий с колена. Очень активное начало со стороны представителя Германии. Отгоняет соперника опять коленом. Хороший внутренний лоу-кик в исполнении Саида. Не получилось, кстати, подопорную высечь у Дениса Восика, и рефери делает ему замечание. Еще одна вертушка, но Саид очень любит эти удары, хорошо ведет. Ну и в своем интервью перед поединком Саид Магомедов говорил о том, что его козырь – удары ногами. За счет ударов ногами Саид будет пытаться победить. Сейчас мы видели колено. Весьма Саид, но вот не дотягивается. Встреча с движением Саида Дениса. Левое колено. Да, но пока что не так много точных ударов мы с вами видим, кроме лоу-кика. Да, и, наверное, правого колена в исполнении Саида, потому как левый бок Дениса мы видим уже цвет поменял. Да, ну и в свою очередь Деннис Восик, работая в правосторонней стойке, много бьет по печени и в левосторонней, кстати, тоже. Обрабатывает корпус и сейчас опять подхватил ногу, опять в тайской манере захват, но без продолжения.
И после команды пытался пробить боец из Германии. Вертушечка от Саида Магомедова теперь уже в голову. Но там на месте были руки у Дениса Восика. Калинов в прыжке с разножкой. Тут же ответ. Зеркальный ответ от Саида Магомедова. Еще одно колено. Левой ногой. Фуширом на вашем серии. Говоря Кюкушиновской терминологии. Жесткая серия по туловищу, но там на месте локти. Все равно больно. Такой интересный удар предлагает своему оппоненту Саид Магомедов. Тоже, кстати, из тэквондо. Я не знаю, в карате бьют такие. Изнутри наружу. Не бьет, да. Вот это в том, что Мустафа Саяма и кореец, он много ударов из корейских единоборств принес в практику современного карате, в частности, завершен первый раунд. И еще что хотелось бы отметить в действиях Саида Магомедова, наверное, со знаком минус, то, что немного заснул он на выходе из клинча. То есть опять, да, сделали шаг назад, и Саид Магомедов не бьет, а тот начал бить. И мы видим, да, Даци Дациев, а в углу у Саида Магомедова друг, товарищ, спарринг-партнер. Я затрудняюсь кому-то отдать преимущество в этом бою. Честно говоря, да. Но, с другой стороны, отметим, что Денис Восик все-таки больше идет вперед, больше пытается диктовать свои условия. И, наверное, вот опять же, об общем впечатлении, если рассказывать, то Денис Восик работает больше агрессором. Ударов руками практически никто не пропускает. Мы видим хорошие лоу-кики, мы видим попадание по туловищу, а в голову очень мало точных ударов. Ну, в глухой защите работают оба спортсмена. Попадает в бандаж сейчас Саид Магомедов, по крайней мере, исходя из того, о чем сигнализировал Денис Восик. Акцентированные удары по корпусу в исполнении Дениса. Советую Денису Восику сочетать в комбинациях удары руками и ногами, то есть начиная руками, заканчивать коленом или ногой, вот как сейчас. Вертушечка еще одна на месте локтя. Причем по такой коротенькой дистанции, но тем не менее точно под правую руку. Да, но вот этот удар с разворота по туловищу, он тем и опасен, что он может наноситься вообще в клинче, а при этом имеет разрушительную силу. Мастером этого удара был Руслан Караев. У него слезло, он говорит. Это проблема сейчас с бандажом у Дениса Восика. Ну все, исправили. Поменял опять стойку представитель Германии. Сейчас наверняка будет бить по печени. Да, так и есть. Кстати, низковато. Причем такая серия из трех ударов по корпусу. Колено от Саида. Колено с разножкой от Дениса. Колено с разножкой от Саида. Да, вот так зеркально чередуют свои атаки бойцы. Но тоже такой прием, он достаточно известный. Когда ты отвечаешь на атаку соперника идентичной атакой. Сейчас пытался пробить коленом печень Саид Магомедов, отжимает вот так чисто в тайском стиле голову оппонента Денис Восик, опять по туловищу. Двойка по корпусу и колено. Правое колено под левую руку в области лизюнки. А Саид исполнил вновь вертушку, которая цель достигает. Другое дело, что, наверное, Саид не вкладывается в руку, чтобы она проходила быстро и попадала. Амплитудный лоу-кик от Восика мы с вами увидели. По туловищу опять с левой руки немец пробивает. И хорошо, Восик нагружает голову Саиду Магомедову, таким образом поднимает руки, открывает корпус. И какие удары по корпусу, жесткие.
вынужден терпеть сейчас Саид. Причем удары-то были на грани. Я сразу вспомнил бой Сергея Ковалева, когда в область поясной резинки попадает. Да-да-да, я с тобой согласен, что низковато пробивает регулярно. Оу, фронт-кик хороший в исполнении Саида Магомедова. Он в глухой защите сейчас. Боец из Саратова находится, изредка отвечает. Это нехороший сигнал, откровенно. Это значит, как минимум, что... вот он, этот кёкушиновский удар, о котором мы с тобой, Роман, говорили. Я думаю, что его Саид давным-давно задумал, ждал, когда же его бросит. Вот опять Кушира. Колено. Но сигнал абсолютно тревожный, ты абсолютно прав. Теряешь очки, и когда ты не отвечаешь на удары, то судьи тоже это видят. Ты проигрываешь эпизоды. Опускается на колени Саид Магомедов, к огромному сожалению. Мне показалось, что печень все-таки достиг. Да-да-да. Вот пробил, да? Набрался тоннаж. В течение всех раундов Денис бросал эти удары по печени, по корпусу, по печени. Комбинация по корпусу, и в конечном итоге возобладала это преимущество. И раунд остается здесь уже бесспорно, да. Раунд за Деннисом. Нокдаун это все-таки перевешивает. Ну, давай даже если не будем брать нокдаун, сколько эпизодов в одну сторону забрал Деннис Восик? Так? Особенно в конце раунда, когда Саид уходил в глухую защиту, перекрывался и просто принимал на себя удары. Да, вроде как ущерба особо нет, но ты принимаешь удары, ты судьям сигнализируешь о том, что я в этом эпизоде из борьбы выпадаю. Да, однозначно это так. Поэтому я думаю, не будь нокдауна, то раунд, скорее всего, остался бы за Деннисом. А так он остается 10-8, поэтому, конечно, сейчас... Саиду Магомедову надо что-то в срочном порядке изобретать. А изобретать-то нечего, собственно, чистая победа нужна. Ну да, потому что предыдущий раунд мы так сказали, что серединка на половинку. Ну, чистая победа не знаю, но во всяком случае нокдаун-то уж надо. Совершенно точно. И то вопрос, будет ли этого достаточно? Не будет факт. Будет ли это достаточно для общей победы в бою? Round three. И вновь продолжает тоже манере действовать Деннис, запирает Саида в канатах и выстреливает такой затяжной серии, причем это уже третья серия. Вот это уже классика Кёкушина, с кратчайшего расстояния пробить Маваши в голову. Что, собственно, проходит, но этот удар получается не акцентирован, он чиркает по голове. И особого ущерба спортсменам не приносит. Продолжает расстреливать корпус оппонента Денис Восик, продолжает теснить Саида Магомедова около канатов. Бить, смотри, уже на уровне, да, просто, да, конкретно. И таким образом он связывает работу Саида, потому что Саид не может приподнять руку для удара. Он вынужден эту руку прикрывать постоянно печень. И вновь вот эти серии с двух-трех ударов. Попадает прямо в обод руки. Заходит удар у него. Да, опускается опять на колени. Теперь уже в область селезенки доходит удар. Да, и вынужден восстанавливаться Саид Магомедов. 8 секунд на это у него есть. Надо подниматься, надо потерпеть. Но вот удар в селезенку, насколько я понимаю, восстановиться можно. Это не печень. Но, тем не менее, и раунд, и бой остается за Очень жаль. Очень жаль, но Деннис Восик-то, а каков? Но вот опять же, мы говорили про стиль Гохан-Исаки. Точно так же, только Гохан-Исаки еще мало того, что ребра в кашу превращает, он еще и потом на голову переводит так, что люди падают лицом вперед. То есть, в общем-то, у Денниса Восика есть простор для прогресса. Ну, молодец, молодец. Вышел с четким планом на бой и очень точно его реализовал. Чего говорить? За
За что я люблю кикбоксинг, Роман? Это за такие бескомпромиссные, очень динамичные бои. И огромная благодарность ACB, руководству ACB за то, что промоушен решил проводить бои по кикбоксингу. Да, это действительно так. Очень жаль, когда практически не осталось европейских промоушенов, международных. Такого высокого уровня, да? Да, высокого уровня, потому как мелкие локальные промоушены не есть. Но вот международного промоушена, который мог бы проводить ивенты с привлечением высококлассных спортсменов, таких как собрали сегодня Александр Цицуренко, это, несомненно, звезда международного уровня, мирового масштаба. Так вот, было бесконечно жалко, что не было таких промоушенов в Европе.